Ну что, всех приветствую на канале. Сегодня третий день войны. Второй, к сожалению, пропустил в плане записи, но сыграл. Результат сейчас покажу. И здесь у нас нерассказанная история. Вот такое чудо-юдо. Ну, дикое вообще, конечно. Дикое чудо-юдо. Ну, у меня фишек нету. Ну и в шоте, естественно, смотрите, призыв гоблинов буду делать. Вдруг выловлю какого-нибудь Дарк Физера. Или Кэтла. Да пофиг кого. Любого гоблина будет приятно получить. Всякое в жизни бывает, вдруг мой день. Вот, ну а мы, соответственно, идем с вами сюда. А, кстати. Что тут у нас? Там, кстати, на сайт надо зайти с VPN. Получить 25 монеток. Погнали. К сожалению, у меня пораженится аж 3 штуки. Ну и сегодня третий день надо отыгрывать просто на ура. У-у-у, поле-то какое. Нифига нет. Так, ну я предлагаю сначала так ферл сдвинуть. Не заряжаем, в тайминги не попадаем. Ну, смотрите, вот сейчас вот здесь красный снизу приходит. Оп. И мы пробиваем. Нет. Нет. Так, а сколько мне надо камней? Блин. Хорош, пробиваем Хемделя. Смотрите, 1-1 по пробитым людям. И меня сейчас просто по кругу будут шарашить. Блин, жалко, контры нету. Сейчас бы подрубить контру и все. Но это, я думаю, что у меня все погибли, да? Офигеть. Просто как меня нахлобучили. По кругу. Ха-ха-ха. И-хи-хи. Ну и сейчас я буду нахлобучивать, смотрите. Не хватило. Вот зараза. Урону мало. Сколько здесь? Сотка, да? Ладно, вот так делаю. Красный успеет зарядиться. Должны успеть. Да. Блин, обидно кидать у него. А он, подожди, он не по всем бьет. Цели ближайшим врагам. Ладно. Максимально сейчас поляну скинем с этого угла. Отлично, фиолетовые приехали. Но мне от этого не легче. Эх. Неужели чуть-чуть не хватит? Или все-таки хватит? Это птица ставит. Красный, ну-ка подъедь сюда. О, фиолетовая жесть. Обалдеть. Ну это просто игра, честно говоря. Ребята, это игра. Наверное, я все-таки должен был здесь вылетать. Это что за чудо? Как будто хочется желтый взять. Давайте попробуем. Отлично. Великолепно. Ну давай вот так сделаем.
Эх. Ну ладно, 3 желтых сюда в центр. И 2 красных. И пробиваем, по идее. Да. Ну теперь самое опасное, это вот эта вот дама. По мне так. Хотя там и этот стоит тоже дикий. Ой-ля-ля. Ой-ля-ля. Блин, а чё никто не зарядился-то? Ладно, хотя бы она медленная. И что? И что это значит? Что не хватило? И через комбо не хватило. Вот это прикольно. Ладно. Она больно бьет. Блин, этот еще. А у меня хилов-то нету. Нифига. Мимо кабзда. Извиняюсь. Но мне кажется, тут все. Приплыли. Здесь уже мы не решением. Если только чисто теоретически. Так. Хотя, подожди, шансы есть. Скажите вы мне, что он творит, этот малый. Ну, бля, эта акула заслуживает даже, что я ее на 80 уровень выведу. Она того заслуживает. Так, так, так. Как бы сейчас тут организоваться? Блин, а красный никогда не поставлю. Только вот таким образом. Там синий как раз желтый сложится. И мы будем пробивать. Блин, ману сняла. Зараза. Блин, Хемдель, конечно, сейчас накинет. Но мне надо сейчас в скором времени зарядить вот этого. Прямо очень срочно. Жив? Жив. Ладно, сейчас будем пробовать. Так. Да ну. Это какая-то жесть опять. Да, доклевали, прикиньте. Блин, ну это бои полные фаталити. Ну опять же, тут 2 по краям. Желтый.
тут даже комментировать, наверное, нечего, потому что если сейчас... Ух ты! Вот этот подарок. Не, ну это сейчас подарок был. Главное неправильно распорядиться сейчас. Давай вот так. Там слепота висит. О! Я даже не знаю, забрать вот этого типа может. Ну так-то опасный. Да, давайте его, наверное. Колбызнем. Так чисто, чтобы он прогорел. Ну смотрите, идеальный тайминг. Прям угадал, что надо вправо бить. Ну, какие бои все-таки сегодня. Прямо космос какой-то. Ну, вот сейчас вообще, наверное, будет обломастер полный. Ну, такое уже. Уже посложнее. Давайте, может, желтый подъедет. Сегодня день все-таки желтых. Ой, красные подъехали. Где желтый взять? Я не понимаю. Ладно, давай вот так, вертикаль. Может, здесь желтый подъедет? Капец. Вот это я понимаю. Тайминги. Ловим. Прикольно, прикольно. Так, сейчас тут не расслабляться, главное. Сейчас поймем, как здесь подставить камень. Наверное, лучше вот так сделаем. Чуть-чуть не хватило. Капелюшку окиньте. А, видно. Эх. Ладно, добивай тогда эту. Шурли-мырли. Блин, в контратаку так не хочется кидать, вы бы знали. Но, наверное, придется все-таки кинуть. Сюда, сюда. И сюда. Есть! Хо-хо! Па-па-па! 5 из 5. Как вам такое? Просто зашел молча. Оборона, да? И сделал. Ну, вчера, конечно, меня просто вот здесь вот обломали. Причем команды-то, посмотрите, такие же, в принципе, как сегодня. Здесь вообще кади по центру. Ой! Да. Такая команда, понятно, что меня вынесла тут. Без вопросов. Хотя похожую красную мону мы тут клали. Где тут у нас была моно-команда красная, которую мы положили. О! Смотрите, 4540, да? А мы тут проиграли. А, ну тут 4900 с быстрыми по центру. Ладно. Всем спасибо. Кто до конца досмотрел эти зрелищные поединки, я уверен, что понравился сюжет. Ну и удачи. Увидимся завтра.